рисуем. Жизнь в ремонте. Можно рисовать с ремонтом тоже, да? Смотрите, такая штучка. Вот такой вот есть моток. Он немножечко такой липкий с той стороны. Да, вот так чуть-чуть вот отверни. Вот, спасибо. Вот она, видите, она вот с этой вот стороны, вот эта вот штучка, она липкая. Ее можно прилепить куда-то. Она не сильно липкая, но чуть-чуть капельку есть. Вот, и осталось вот столько, уже, наверное, не будут нужны. Мы с Димой вот рисуем. Где? А вот твоя, да? Штучка, а вот это моя. Ее так отдираешь, а тут смотрите, как классно получается. Главное приноровиться. Ну, квадратики классные. Ну, тут я уже слепила две штуки. Ну, смотрите, красиво. Потом еще можно тут что-нибудь додумать, например. Какой-нибудь гелевой черной ручкой дорисовать. Нашла я таки альбом такой свой старый, давнишний. Еще в детстве я там немножечко в нем рисовала. Там два каких-то рисуночка. Аккуратно, Дим. Да? Дима тут уже все намочил, перемочил все. Пока я прибиралась, чуть-чуть убралась там на полочках. Сейчас покажу. Тут-то еще нет, а вот здесь я переместила. Вот это я сюда переместила. Тут прибралась, а тут будут Димины разные игрушки сложим. Книжечка вон с наклейками, такое, чтобы ему было, можно было взять, поиграть и положить. Вот, и здесь у него получается конструктор. И внизу игрушки вот такие вот большие. Чтобы он все мог брать руками. А тут уже для развития разные игрушки. Кстати, очень-очень классные. И все я показывала вам в обзорах из магазина Вальберис. Еще там всякие. Да? Ты рисуешь, да? Да, тут уже все мокро. Стола этого становится, кстати, мало, честно. Что-то мало становится. Вот. Ну, не знаю, может быть, лично для меня маловато. Чего ты? Ты окушал? Да. Молочко допивай. А, закипело. Мы на ужин с Димочкой решили картошечку отварить. Вот. И тут я размораживаю холодильник, смотрите. Достала. Ну, я чувствую, уже давно чувствую то, что у меня не выезжает. Думаю, да что ж такое? Ну, что ж ей мешать? А тут смотрите, какая льдина огромная. То есть вот тут даже пробел вот для ножки, видимо. А вот тут тоже для... Блин, она как... И вон там дырка заморожена, представляете? Поэтому вся вода была вот тут. Я видела, что у меня вот тут лужа. Протираю. Не пойму, да что ж такое? Потом вот не выдержала, уже достала. А тут... Короче, его отключила. Сейчас Димочку спать уложу быстренько. И буду, наверное, вытаскивать вот эти. На балконе приберусь, подвину там все. И отсюда буду тоже доставать. Все будем размораживать. Продукты. Но я думаю, продукты испортятся, что ли? Ну, не знаю. Сейчас я, наверное, все мясо. Мясо, наверное, да. Все, сейчас соберу в какой-нибудь мешочек. Сложу и на балкон отправлю. Пускай там все лежит. Короче, смотрите, прошло часа 3. С трудом я уже сама просто потихонечку начала убирать. Но он там в дырочке. Есть лед. Чуть-чуть я еще сейчас подожду. Он там подтает, наверное, с полчасика. А тут сейчас сидел, короче, заметила. Видно вот через камеру, смотрите. Вмятина. Вот. Но тут, в принципе, может быть, я могла сделать сама. А вот здесь, вот у меня всегда было детское питание. Тут вмятина прям. Вот, видите вмятину? Вообще обалдеть. Я просто в шоке. Здесь у меня вообще всегда были фрукты. Ничего никогда такого особенного не было. Я в шоке, как делают холодильник. Причем этот холодильник сделанный лет 5-6-7, наверное, назад. Блин, я вообще просто в шоке. Такие прям мятины. Но здесь, когда кастрюли ставишь, они вдруг не помещаются, закрываешь, не поместилось. Открываешь, опять начинаешь там. Вот так быстро сразу мятина, что ли, появляется. Ну, вроде не такая прям мягкая-то. Вот. Там вот что-то. Кстати, вот эти конфеты очень вкусные, обалденные. Хоть и победа. Написано, что у тебя когда ты делала шоколадку. Шоколадка была как будто поета червяками. Выглядела ужасно. Это мне подарили. А с фундуком.
Но очень вкусная. Сам шоколад прям обалденно вкусный. Как будто, знаете, настоящий прям натуральный шоколад сделанный. Хотя там, наверное, я добавила, наверное, есть. Ну да, вот состав. Давала, короче, я не думала, что они настолько вкусные будут, эти конфеты. И, короче, кормила ими мастером. Ну, чай несешь ему. Думаешь, блин, надо конфету, наверное, дать. Он целый день голодный. Упадет, думаю, сейчас в обморок. Что с ним буду делать потом? Вот. Давала эти конфетки. А он потом по пьяни позвонил мне и, короче, высказал, какая я плохая. Представляете? А я ему конфеты носила, к чаю давала. Потом уже чай он стал 2 раза в день пить, 3 раза в день. Я думаю, ну ладно, к чаю конфетку, думаю, ну что вроде. Одну штучку ему даю. А он вот так вот. Вот чем больше людям делаешь добра, тем хуже они к тебе относятся. Знаете, вот в последнее время я прям вообще это очень сильно понимаю. Здесь у нас яйца варятся. Гораздо проще остаться в одиночестве, либо со своими друзьями, чем вот заводить новые какие-то, даже новые разговоры просто вот кому-то, я не знаю, кому-то помогать. Короче, вообще мне так было обидно, когда он там начал все это высказывать, все, что он обо мне думает, и там все такое плохое, ужасное вообще. Так неприятно было. Потом сказал, ну ты же мне давала конфеты, значит, хочешь это услышать, да? Блин, думаю, больше не дам ничего вообще. Ну, пускай ремонт доделает и все. Напишите, как вы думаете, свои комментарии по этому поводу. Яйца грязные были, поэтому эти грязь была. Решила я вкрутую варить сегодня яички. Потому что у меня, кстати, вот эта яйцеварка, вон она сбоку желтенькая, она сломалась, представляете? Надо новую покупать, а мне что-то так деньги тратить не хочется. Думаю, ну ладно, доломаю ее. Сегодня вкрутую. Ну, я заранее ее положила уже, а потом не стала вытаскивать. Думаю, ладно, пускай поварится.